И всем привет, с вами снова Дон. Сегодня я вам хочу сказать, что... Извиняюсь за неполадки. И сегодня уже 26 апреля. Сегодня вторник. Уже очень поздно вечером, поэтому видео будет маленькое. Потому что я уже... Ой, я упал. Тихо, вот сюда дверь. Вот. Я пришел с плавания, и у меня скоро день рождения, поэтому я хочу, чтобы на под следующим видео мы набрали, не знаю, там 10 лайков. День рождения у меня будет в пятницу, и будет у меня как раз первый влог. Первый такой днерожденный влог. А теперь поподробнее о дне рождения. Мы будем, скорее всего, праздновать его у меня дома. То есть у меня в квартире вот здесь, вот где мы живем. Придут Волум, Миникиска, Вано, еще там пару друзей. Вот, и мы сядем, покушаем, попразднуем там то-то, сё-то. Я запишу ролик и либо 29-го, либо 30-го выложу. То есть ждите 29-го или 30-го числа ролик. Ждите, ждите, он будет обязательно. А пока мне надо отучиться еще целых 3 дня. То есть сегодня вторник, но уже он за окном вечер, поэтому, можно сказать, мне осталось отучиться 3 дня. То есть среда, четверг и пятница. Ну, в пятницу, конечно же, мне подарят деньги. Да, я попросила, чтобы мне подарили деньги, а потом уже мы пойдем покупать подарок. Возможно, я запишу то, как я буду покупать. Возможно, просто потом распаковку покажу. Акс. Что еще можно сказать? Ну, как бы я вас предупредил, то, что будет влог. Возможно, он будет даже не один. Либо один длинный, либо несколько средних. Скорее всего, несколько средних. Надо будет как-нибудь еще Миникиску, Волума и Вано разыграть. Как это разыграть? Ну, в общем, начну я записывать после школы. А, кстати, 29-го можете под любое видео написать комментарий, типа... Дон там поздравляет тебя с днюхой, там все такое. Вот. Ладно, в общем, не буду вас задерживать. Всем до скорых встреч. С вами был Дон. Подписывайтесь на мой канал, на мой второй канал. Ссылка будет в описании на канал моего друга. Ссылка тоже будет в описании на канал другого друга. Ссылка тоже будет в описании. В общем, так и типа всем ссылкам и все там делайте. Смотрите мою ВК там. Там много ссылок. Там мой второй канал. Короче, все увидите в описании. Всем до скорых встреч. С вами был Дон. Пока-пока.